Первая победа начинающих спасателей в истории региона. В городе Доброград Владимирской области завершились всероссийские соревнования «Юный пожарный». Иваново представляли ребята из 33-го лицея, 9 человек. Им удалось обойти соперников из 8 округов страны и столицы. В наш город дружина привезла диплом и кубок. Я считаю, что наши сильные стороны в том, что мы неплохие актеры. У нас все получилось с агитбригадой и приветствием. Мы были очень рады, что судьи по достоинству оценили. Слабые стороны – это, скорее всего, ориентирование, так как мы особо этим не занимались, и надо было готовиться лучше. У ребят проверяли спортивную подготовку, творческие дарования, умение работать в команде. Несколько дней начинающие спасатели жили в палаточном лагере. Им предстояло продемонстрировать навыки тушения возгораний, преодолевать полосу препятствий и показать, как умеют оказывать первую медицинскую помощь. Самый сложный этап был – это пожарная эстафета. 4 по 100, то есть бежишь, каждый человек бежит 100 метров. Один бежит домик, это небольшое здание, на которое надо залезть, а потом спрыгнуть. Потом идет заборчик, то есть просто стенка. Ее надо перепрыгнуть и бежать дальше. Потом идет раскатывание пожарных рукавов. Нас спускали ближе к лесу, было 14 точек, в которых нужно было найти знаки пожарные, которые используются при пожаре, то есть выход справа, там выход вверх, и нужно было отметить свою команду. Это было все на карте отмечены эти точки, и было показано, где мы стоим. То есть с фонариками ночью по лесу нужно было находить эти точки и выбежать потом на финиш. Вот, это было самое интересное. Чтобы показать участникам из других регионов, на что способны ивановцы, ребята тренировались около 2 месяцев. Специально ездили на базу пожарно-спасательной академии, там оттачивали необходимые навыки. Дух команды – это первое. Второе, что это какой-то такой соревновательный дух, он… Даже не знаю, как объяснить. Адреналин, то, что ты в команде, это уже приятно. Вот. И каждый из нас нашел себе место. То есть кто-то силен в одной части, кто-то в другой. И как это так все вместе сплоченно делается. Всероссийские соревнования – второй крупный старт команды 33-го лицея. До этого они победили на этапе кубков ЦФО. Следующий шаг – чемпионат мира. Но вот состоится ли он, пока неизвестно. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.